Мы поднялись на гору Рока высотой 1347 метров. Отсюда открывается обзор вокруг. Все, которые горы вокруг расположены, все видно. Эта вершина обозначена небольшим туром. Под нами Ялта, и за вот этой вот, за этим холмом уже хребет и Аграф. Отсюда не видно. Скоро будем спускаться. Такие виды. Из камней выложен крест какой-то. Вижу папу. Папа кайфует. Вдаль видно Севастополь и море. Море видно и с этой стороны. Представьте, и с этой стороны. Если здесь спуститься, тут более безветренно. Резиночки. Можно вот так вот просто кайфануть. 5 рублей нашел. Тут лежало. Не, просто на траве лежало. Это кто-то оставил на вершинке. Забирать не нужно. Забирать не нужно, Димунь. Мурка удивляется, что в горах можно деньги найти. Пытается сфокусировать близко. Подожди. А мы продолжаем путь до хребта и Аграф.